Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки. И уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Казалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Звонок звенит украдкой на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечтала, всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. А записки с голубками все летят. Жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан, ұстаз баулыған құстары бұл. Құштасы бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Шумят, волнуясь, классы выпускные, звенят прощальным эхом голоса. Корабль школьный поднял паруса, и ждут теперь его пути иные. Құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Қиындығы мен қызығы мол, тағы бір оқу жылы артта қалды. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен, сыңғырлы соңғы қоңырау тілектермен, қоштасу мерекесімен құттықтаймыз. Добрый день, дорогие родители, уважаемые учителя, тренеры, уважаемые гости. У нас сегодня день особенный. Радостно и грустно нам слегка. Мы собрались торжественно сегодня на праздник последнего звонка. Сегодня мы провожаем большую жизнь выпускников нашей школы. Встречайте виновников торжества! Бітіруші түлектерді құрметпен ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар, 11-ші А сынып оқушылары!
Нобитекште, Катерева Алия Атыкаевна, Атханка Затачан, Ахмед Лаура, Перкешева Казна, Далдабаева Аружан, Имаханов Даран, Курманхан Микаэль, Мурат Анель, Нургалиева Алтынай, Нурлубекова Арай, Рустем Жансая, Сарсенбек Аяулым, Талгатова Аяулым, Тольтаев Самотали, Тольтаев Самотали, Куматаев Дания, Умарова Карина. Приезжаем участница 11-го Б-класса, классный руководитель, Сарсенбаева Жадра Санбековна. Азизов Илья, Бондарев Максим, Ган Кристина, Девяткин Никита, Виктурова Асен, Жалали Акбар, Демирзанов Ильфрат, Калинин Александр, Корнышев Никита, Нор Артур, Литвинова Евгения, Воростаев Турпен, Садочка Данил, Кименков Никита, Тимофеев Никита, Пастеев Егор, Светла Анастасия, Чикатуров Никита, Шевелева Вероника. Встречаем учащихся 11-го Б-класса. Классный руководитель Никита Елена Николаевна, Богачук Иван, Екин Александр, Ершова Екатерина, Забавкин Вадим, Иманбаева Диана, Ильяс Диас, Максименко Олеся, Мухтарова Камила, Петров Александр, Филипака Иван, Ледин Данил, Рожков Кирилл, Сорокин Михаил, Тагаев Бексултан, Чарзова Татьяна, Жумагалиев Нурлубай, Шувалова Неонелла, Посидалова Аида. Екам он детям шоу пожелным, Сангарла, Сунгу Конграу, акты сатана, ты же нам это, а шахтеп, жаря лаймас. Торжественная линейка объявляется открытой. Батырлыкка аузынан жарган, ер түркіні жауынан таныған, өзі батыр, өзі аншы халыққа, жарасады жігер берер әміран. Звучит гимн Республики Казахстан. Боком. Мектеп бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз берлік құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз. Слово для поздравления предоставляется директору школы Жолдыкараеву Канату Жарылкапулу. А также главному специалисту профсоюза Руханият Трусбаеву Саяту Узакбаевичу. Уважаемые родители, уважаемые коллеги, учителя, тренера, ученики школы и самое главное наши выпускники.
Сегодня большой праздник. Я считаю, что большой труд был все эти годы. С выпускниками мы провели, я думаю, не, когда говорят долгие годы, а я считаю, что какие-то минуты, секунды, хоть и 4 года, 5 лет были вместе, но для меня это очень маленький период. Но я знаю, и вы все прекрасно слышали об этом, когда учились, может, в 7 классе, в 8. На последнем звонке я всегда говорю, что среди вас есть олимпийцы, есть участники олимпийских игр, есть чемпионы олимпийских игр. И после 5 лет моих слов у нас в том году наш выпускник стал олимпийским чемпионом, Дима Баландин. И я считаю, что это очень правильно, так как в этой школе и наши учителя, и наши тренера, и плюс большое спасибо родителям, мы все вместе желали, мечтали, чтобы вы были самыми лучшими. Те дети, которые учатся в специализированной школе интернат для одаренных в спорте детей, я считаю, что вы самые лучшие в городе Алматы и в республике. И вы самые лучшие, вы самые одаренные. В добрый путь, удачи вам, что вы все сдали очень хорошо госэкзамены, на отлично прошли ЕНТ, поступили в вузы нашей страны и дальше показывали и доказывали, что вы самые лучшие в республике. Удачи вам! Я знаю, что среди вас есть олимпийцы, я знаю, что среди вас, хочу дополнить, очень много будет чемпионов мира, Европы и олимпийских игр. Удачи вам! Здравствуйте, дорогие родители, учителя, конечно же, дети, ученики этой прекрасной спортивной школы. Желаю в этот день вам самого наилучшего, чтобы ваши учебные, а также спортивные цели всегда достигались самых высоких вершин. Конечно же, на этом пути будет много у вас преград, препятствий, чтобы вы их всегда преодолевали, и только всегда поднятой головой. Всего-всего самого наилучшего. Большое-большое спасибо вам. Большое, конечно, огромное спасибо учителям, тренерам, которые, передавая свой опыт, возлагают надежду на наших, на вас детей, да, конечно же. Вы наше будущее. Большое-большое спасибо и, конечно же, большой поклон. Всего самого наилучшего. Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Большое спасибо. Уважаемые друзья, за этот год, очень непростой год, мы его преодолели достойно, и, как всегда по традиции, мы награждаем лучших учителей, лучших тренеров, лучших сотрудников. Награждается уважаемая Алия Абдихаимовна. Уважаемая Елена Николаевна. Уважаемая Жадра Сатбековна. Тренер, подготовивший 3 чемпионов Азии, Аксенов Александр Сергеевич. Похлопали, ребята, Тренер, тоже призер Азии, Суриков Иван Николаевич. Также тренер призера Азии Лошкарев Михаил Васильевич. Он, к сожалению, на чемпионате сегодня только приезжает. Также награждается методист по спорту Тяжеломов Алексей Юрьевич. Здравствуйте, уважаемые родители, здравствуйте, уважаемые учителя, и здравствуйте, ученики, здравствуйте, наши выпускники.
Разрешите поздравить сегодня вас всех с таким событием, с праздником последнего звонка. Сегодня те, кто переходит из класса в класс, я вам желаю, чтобы вы хорошо отдохнули на каникулах. 9-11 классы в добрый путь. Но в этом году 11 классы немножко все-таки жизнь нам преподносит больше испытаний. То есть в этом году вы первый раз сдаете 5 экзаменов в школе и также идем все дружно на ЭНТ. Я вам желаю, уважаемые наши выпускники, здоровья, терпения, удачи. И чтобы мы с вами смогли пройти этот путь достойно. И чтобы нам говорили, какие у вас прекрасные выпускники спортивной школы. Также, подводя итоги учебного года, мы поздравляем наших отличников, наших активистов. Поэтому разрешите поздравить ученицу 6 класса Кадырбай Асыл за отличные успехи в учебе. Касымову Афину, ученицу 6 Б-класса, за отличную учебу. Михайловскую Анастасию, 6 Б. Нет, Касымова нету пока. Кривенко Егор. Айтмухамед Акниет. Андреева Диана. Учебу. Немножко-немножко, да, Талшин не дошла у нас. Поздравляю, Талшин, тебя за отличные успехи в учебе и за активную работу в жизни школы. Также награждается Шпитная Анастасия за хорошую учебу и за активность в школе. И Рожков Кирилл, ученик 11 Б-класса. Уважаемые ученики, давайте мы похлопаем нашим выпускникам. Уважаемые выпускники, в добрый путь! Жинымыз өтіп жатыр салтанатты, төгілген күн нұрының шапағаты, мың бұралы бишілер би билейді. Халайық, қол соғыңыз мархабатты! Дагестанский танец в исполнении мастера спорта по фехтованию Муридовой Тамилы. Встречайте!
Шәкірттерге бақ келген бе, бапкерсіз тұлпарларға бақ келген бе, 11 жыл сыныбы үшін жанын салған сөз кезегі жетекші бапкерлерде. Слово для поздравления предоставляется заслуженному тренеру Республики Казахстан по конькобежному спорту Улитину Николаю Георгиевичу, а также мы приглашаем тренера по фехтованию Аксенова Алексея Сергеевича. Дорогие ребята, вы вступаете в большую. Я так от всего сердца. Не забывайте школу никогда. Кто вас воспитал, кто вас в жизнь выпускал. Помните о них всегда. Берегите своих родителей. Это самое главное счастье вашей жизни. И никогда не опускайте руки, если вдруг что-то будет не получаться. Самый большой талант у человека – это его трудолюбие. Будете работать, у вас будет все. Желаю вам удачи, успехов. Вы такие все красивые. Уважаемые друзья, коллеги, я хочу поздравить всех выпускников. Хочу пожелать вам всего наилучшего в жизни, чтобы вы стремились и хотели добивались того, чего вы хотите сами. Хочу пожелать вам также, чтобы вы хорошо сдали ЕНТ. Я знаю, что вы очень сильно волнуетесь, но не переживайте. Вся школа будет с вами вместе, мы поможем. Также хочу вам пожелать, чтобы вы стремились к тому, чего вы хотите, чтобы вы выступали на соревнованиях и достигали наилучших высших результатов, прославляли нашу страну. Удачи вам! И огромное спасибо учителям, которые терпели вас и которые помогали вам во всем. Спасибо! Родители! Это не просто слово, это любовь. На все готово, это призвание. На всю жизнь это те, кем мы дорожим. Уважаемое руководство школы, уважаемые учителя, уважаемые тренера, уважаемые классные руководители. Я не буду поздравлять, я вам просто скажу одно большое человеческое спасибо за то, что наши дети стоят здесь. Наши дети, знают полмира. Уважаемые работники невидимого фронта, работники этой школы, от бухгалтера до водителя, большое вам спасибо за то, что за 5-6 лет, которые наши дети учились в этой школе, мы не можем сказать ничего плохого. Всегда чисто, всегда сытно, всегда все вовремя. Уважаемые выпускники, я вам хочу сказать одно. Вы закончили одну из самых сильнейших спортивных школ, самого крупнейшего города Республики Казахстан. Вы прошли бешеный ритм, бешеный образ жизни, но и вы дошли до финиша. Я желаю также, чтобы вы этот финиш продолжили в жизни, чтобы через 15-20 лет на сборе выпускников этой школы половина из вас были членами правительства Республики Казахстан, членами правительства стран Европы, депутатами, сильнейшими, виднейшими людьми в этом мире. Большое вам спасибо всем. Дорогие выпускники, я хочу вас поздравить с этим днем. И в этой школе хочу сказать, что отделение регби было открыто впервые. Спасибо Желтокараеву Канапу Жалкаповичу. И в связи с этим хочу вручить им благодарственные письма, потому что мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и что наши детки еще сюда придут.
и будут выпускаться. У меня старший ребенок тоже здесь учился, поэтому эту школу я знаю давно. Сами работаем в этой структуре. Знаем, как это тяжело бедным педагогам, тренерам, как тяжело совмещать спортивные результаты с учебой. Поэтому большое спасибо учителям, что они терпят нас, тренеров, терпят наших учеников и помогают им достигать все равно вот этих недостигнутых всех результатов. Поэтому, уважаемый канат Жолдыкараевич, волнуюсь нереально. Федерация регби города Алматы выражает вам искреннюю признательность за ваш большой вклад в развитие регби, заботу, чуткость и проявленный по отношению к нашим спортсменам многолетнее сотрудничество. Желаем вам дальнейших успехов. Также хочу поздравить и вручить благодарственное письмо Андрею Николаевичу, который терпит наши пропуски во время соревнований. Гуляш Таировна, вам тоже огромное спасибо за то, что наши детки учатся, и вы их терпите. Федерация регби вам благодарна. Спасибо огромное. Также наш любимый, классный преподаватель Жадрасов Пек, но мы вас нереально любим. И еще у нас есть Елена Николаевна, которая неровно дышит регби уже давно, на протяжении многих лет. Она когда фамилию Кнор услышала, сказала, дайте мне его. Спасибо. Спасибо всем огромное, выпускники, вам успешной сдачи ЕНТ и поступления в вузы. Удачи вам. Для поздравления предоставляется классным руководителям. Встречайте! Татилеева Алия Абдыкаимовна. Сарманбаева Жадра Садбековна. Лисица Елена Николаевна. Дорогие наши выпускники, сегодня для вас прозвенит последний школьный звонок. Мы вас очень хорошо узнали, и я точно знаю, что вы у нас достойные гордые птицы, и вас можно легко отпустить из-под нашего крыла. Но лирическая пауза, извините, волнуюсь шпаргалкой. Что пожелать вам в этот важный день? Успеха, счастья, радостных мгновений. Поверьте, все получится у вас, и это говорю вам без сомнений. Вчера сидели вы за школьной партой. Мой дружный класс, мои ученики. Сегодня на линейках вы в нарядах. Стоите гордо, вы выпускники. Мне трудно подобрать слова и речи. Вам вкратце пожелать хочу любя, удачи в жизни, крепкого здоровья. Мой класс, моя огромная семья. Дорогие наши выпускники, настало время предоставить вам слово для поздравления. Встречайте наших выпускников. 11-й Б-класс.
Скорее нам хочется взрослыми стать. Но с детством нам тоже так жалко прощаться. Учитель, давайте хоть раз в год на праздники с вами встречаться. Давайте же спасибо скажем коллективу, который обучал нас все эти 5 лет. Мы всем вам очень-очень благодарны за то, что за знания, которые есть у нас теперь. Пускай завершается нынче эпоха прекрасная, но плохо сказать мы не можем сейчас ни о ком. Позвольте же поздравить всех вас с неминуемым праздником, с печальным и радостным нашим последним звонком. Спасибо вам за каждый школьный миг, что вместе с нами вы прошли. И шлет поклон вам каждый ученик. Поверьте, вы это заслужили. Дорогие наши педагоги, праздник наш сегодня выпускной. Вы нам в жизни открыли все дороги. Мы ходили в школу как домой. Спасибо вам, учителя. Мы вас так искренне успели полюбить. Надеемся и мы, что вы наш класс никогда уж не сможете забыть. Спасибо сказать, ты научила много.
пожалуйста, слово. Я хочу сказать большое спасибо всем нашим учителям, сказать, что мы очень вас любим, и пригласить нашего классного руководителя к нам. У нас есть для вас маленький сюрприз. Мы вас очень любим. Мы вам очень благодарны. Спасибо большое, неожиданно. Я вас всех тоже люблю. Для каждого из вас в моем сердце есть местечко. Очень волнуюсь, очень неприятно. Спасибо большое, удачи вам всем. Последний школьный вальс, и радостный, и грустный. Мелодия плывет от школьного крыльца. Закончи школьный год, сегодня в классах пусто. Звучит звучит прощальный вальс, и грусть идет в конца. Алдарымызда бітірушітеліктердің мектеп қабырғасындағы билетін соңғы вальсы. Қарсаңыздар!
стоим. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слоевые 100 тысяч я, большие глаза, пацаны, черных рыжих, ты ели, грустные и веселые, города и села. Над тобою солнце светит, родина моя, ты прекрасней всех на свете, родина моя. Это самый ответственный и очень важный этап. Желаем вам хорошо сдать единое национальное тестирование, поступить в высшее учебное заведение и стать достойным гражданином своей страны. Пусть этот последний звонок станет стартом будущего. Желаем вам успехов и удач во всем! Play hard, play hard, we work hard, play hard.
сердце осенью плачет. Все, что было, так много значит. Павел, можешь мне пиццу, пожалуйста? Да, то эти такие... Там есть еще пицца? О, погромче делай. А здесь? Держи, подаем пиццу. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world end. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world end. Don't give me love governed by life. Limited mind, these worldly eyes. I wanna love where the universe can never stop, can never stop. Sorry for the rain, I love in a high place. Больше жрите! Кого-нибудь? Пожелать. Кого пустой? Опять Азиза первый. Есть пустой. Лес недавно стал. Второе место занял. Расскажи про это, Ильяс. Где ты? По фамилии? Нет, я имею в виду, в Петербурге он выступил. Да, в Петербурге он выступил. Второе место, давайте поздравим. Вы хоть поздравили его? Спасибо. Не буду банальщину, да, вот эту ЕНТ. Опять там что-то. Все будет по-любому. Каждому желаю найти свой путь в жизни. Достичь своих целей, не заблудиться. По своему пути и просто идти вперед, не отпускать никогда руки. Я думаю, мы увидимся, и каждый будет друг другом гордиться. И большое спасибо вам, Жадра Аспектовна, за то, что всю жизнь вы нам помогали с 7 по 11 класс, за все ваши невзгоды, за все наши невзгоды отвечали вы. Спасибо вам большое за Жадру Аспектовну. Последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте, школьные дни. Но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Стать бы первоклашкой, день вернуть вчерашний, взять бы и сначала все начать. Скоро последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте, школьные дни. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте, школьные дни. Прощайте, школьные дни. Прощайте, школьные дни.
Первый свой букварь в руках держу, от волнения слов не нахожу. Первый мой учебник и тетрадь воспоминания школы сохранят. Учитель первый мой, мои друзья, этот школьный бал запомню я. И нашей школе будут сниться дни, что весело так с нею провели. Школьный выпускной звенит звонок, кончился последний наш урок. Может, это только самый первый в нашей новой жизни поворот. Повзрослеть не стоит торопиться, мы уже не птенчики, мы птицы. И сегодня стая разлетится, каждый в свой большой полет. Родители мои, глаза блестят, они за нас тревожатся, грустят. Еще вчера нас первый класс вели, ну а сегодня мы выпускники. Учителя спасибо скажем мы, читать, писать учили нас они. Вы нас за все простите в этот час, всегда любить и помнить будем вас. Школьный выпускной звенит звонок, кончился последний наш урок. Может, это только самый первый в нашей новой жизни поворот. Повзрослеть не стоит торопиться, мы уже не птенчики, мы птицы. И сегодня стая разлетится, каждый в свой большой полет. Школьный выпуск, мы уже не птенчики, мы птицы. И сегодня стая разлетится, каждый в свой большой полет. Еще раз. Раз, два. Ага, хорошо. Готовы. А, подходи, я тоже.